Привет, друзья! В своих комментариях вы часто спрашиваете, чем я пользуюсь во время раскрашивания. Какие фломастеры я использую, какие маркеры и какие гелевые ручки. Так вот, сейчас я все подробно расскажу. Мой самый любимый бренд фломастеров – это марка Crayola. В Америке, где я проживаю, они продаются практически в любом магазине. Но и в России, а также в Украине, я знаю, их можно найти. Например, заказать в интернет-магазине. Мои последние приобретения – это фломастеры и карандаши цветные фирмы Laser Arts. Это американский бренд, и поэтому его можно купить только через интернет, например, на сайте eBay. И мои любимые – это гелевые ручки, которые я использую для прорисовывания мелких деталей, потому что там очень тоненький наконечник. Это гелевые ручки фирмы Staedtler. Их производят в Германии, и я думаю, не составит особого труда найти их и на русском рынке. Ну а теперь, поскольку мои карандаши немного затупились, я опробую точилку, которая прилагалась к ним в качестве подарка, на этих карандашах и посмотрим, насколько она хороша. Вот и все. Подписывайтесь на мой канал, где вас будут ждать новые видео-раскраски. Желаю вам творческих успехов. Рисуйте, раскрашивайте, придумывайте что-то свое, в общем, творите. Спасибо вам за внимание. Пока! Hello, mister! Вы часто в своих комментариях спрашиваете меня, какими фломастерами и какими ручками я пользуюсь.